Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы окунаемся с вами в мир совершенно новый для нас приключений и мучений создания персонажей на виде анимешности. Так, для этого мы просто возьмем вот этот кубик. Вы знаете, дело в том, что я посмотрел много туториалов, как они там делают. Это вообще, это сложно настолько, это настолько все как-то странно у них. Мы возьмем вот просто два кубика, между ними с помощью Е мы вытягиваем, экструдируем два. И вот из этого уже начнем делать. Как я понимаю, нам надо применить к этому Ctrl-R. И разбить это дело на полигоны просто-напросто. Понимаете, вот здесь, допустим, 2, здесь 2. Хотя я думаю, что в этом плане, допустим, спереди, можно было бы сделать и 3. Сейчас я объясню, почему. Потому что я собираюсь сделать mirror, то есть зеркальность. И в этом случае нам очень поможет это. Мы сейчас выделим это дело, перейдем. Выделение, скажем, прозрачность, выделим все ненужные нам точки и удаляем. Так как все на месте стоит, мы ничего не трогали, мы спокойно сделаем mirror. Так, вот так, mirror. Не забывайте делать клиппинг, я забыл. Потом включу. Так, хорошо, сейчас я вам подсказочки поставлю, чтобы вы как бы успевали следить за мной. Хотя я вроде бы делаю медленно, говорю внятно, где что нажимать. Ну и теперь, ребят, сейчас просто начинается такой момент, когда мы можем поделить, вот допустим, эту тоже на 3, это, мне кажется, на 2, вот, и начать формировать из этого кубика какой-то корпус, да. То есть я сейчас выделю вот эти полигоны, я допускаю, что это наш пояс, допустим, да, и мы можем это дело уже взять S, вот видите клиппинг, как работает, да, вот S и все, и мы уже сделали, вот так, хорошо, вот такую вот баклажечку. Дальше идет у нас с вами просто разделение, и сделаем поуже чуть-чуть, да? Сделаем поуже. И теперь, используя наши полигончики эти, мы можем сделать вот, допустим, вот такую, ну как бы корпус же расходится вверх, получается как бы плечи там, и поэтому тут надо за этим следить, потащим немножко вот так и опустим. Мы можем взять эти, ну так, давай, еще. Уже возьмем вот так. Тоже сделаем здесь, бедра сделаем, допустим, и сужение сделаем. Тут уже, знаете, как бы на любителя все. Человеческая фигура, она как-то так устроена, что задница, скажем так, или попки, они отклячены чуть-чуть, особенно у женщин. Да? Или анимешных фигур. Поэтому мы сейчас с вами попробуем тут немножечко это вот так сделать. То есть, ну, скорее всего, все надо нам сделать. И таким образом выделить нужные выпуклости женские и впуклости. Да? Тут назад. То есть, ребята, тут остается это, конечно же, вам. У каждого свои представления о красоте женского тела там, да. Раздвигаем вот так. Ну и сейчас мы с вами начнем это дело все править. Исправлять, где-то вот в спине ложбинку сделать, да. Где-то здесь покруглее, вот так и вот так, чтобы на руку это не походило, вот так вот, да?
То есть, управляя точками, мы начинаем формировать тот контур фигуры, который нам наиболее симпатичен. Если что-то лишнее видим, да, вот мы подняли наверх, да, ну да, конечно. Видим, что как-то, ну, не совсем, да, как бы она не очень красиво выглядит. Посему я предлагаю взять и убрать нижнюю часть, ну, чтобы потом, ну, сначала можем, конечно, подвигать, но мне кажется, нижняя часть у нас слишком много ее. Ну, давайте подвигаем пока. Так. Далее еще выделим, подвинем. Немножко убираем взад. Назад. Немножко уделяем. Здесь тоже, естественно. Вот так. Да? Пока так. Мы видим, что как бы нижняя часть у нас, мне кажется, если можем еще там ерундой позаниматься, вот так сделать. Угу. Вот эти как бы скруглить можно у нас, я думаю. Вот так вот очень хорошо и быстро двигается с помощью вот этого инструмента Smooth. Угу. Им очень хорошо можно тут владеть. Я думаю, что слишком вытянута эта часть. Мы могли бы ее чуть-чуть поправить. Посмотрим, как она выглядит. Наверх чуть-чуть и сдавить. Вот так. Если нам нижняя часть мешает, а она мешает, вот это вот, я такой, чтобы их убрал, эти полигончики. Вот так. Раз, 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 раз. Все убрал. Delete. Face. А здесь уже у нас получаются эти точки, по которым мы очень легко можем двигать, куда нам нужно. Сюда, допустим, да? Я нажимаю G, и тогда мы можем вот так подвинуть. Видите, мы уже формируем такое женское тельце. И продолжаем двигать свои полигончики. Полигончики двигаем, двигаем, да? А потом мы можем всегда сделать F, нажать. Понимаете, да? И соорудить такую штуку. Но единственное, что она ногонс. Это бесполигонная, поэтому давайте-ка мы наделаем здесь полигоны, чтобы они у нас были. Вот так. С помощью ножа. Сделаем и все. Так, еще надо посмотреть, везде ли это нормально все. Так. И здесь тоже можем формировать так, как нам нужно. Так, покруглее сделать. Ну, тут вообще что-то плоскость какая-то у нас. Очень плоская получилась. Вот так сделаем, да? Так будет уже лучше. Угу. Сам кайф в том, что здесь остаются все эти полигоны неприкосновенные. Никаких нет треугольников, никаких нет несовпадений, допустим, да? Но я имею в виду несовпадения какие? Это те, когда точки лишние, ребра лишние. Это всегда происходит тогда, когда мы пытаемся что-нибудь вместе собрать из кусочков, да? И вот это мне не совсем как бы по душе. Посему вот эти тоже надо отодвинуть.
То есть смотрим сверху, спереди, сзади и делаем так, как нам заблагорассудится. Как я сказал, это создание из мешев, это не скульптинг, да, требует, естественно, терпения большого. Ну и как бы чувство пропорции тоже не должно отсутствовать. Я вам могу примерно показать, как я думаю. Ну, там уже вы сами, ребята. Вот, видите. Представьте себе, что вы делаете корсеты, тогда, в принципе, все будет получаться. Так, эта часть у нас тоже немножко должна быть раздвоена, а как же? Зачем же нам девушка с плоской попой? Не надо нам. Мы будем стремиться к идеалу. Да? Вот так, подымем здесь, и вот здесь подымем. Ну, мне кажется, что-то у нас толковое как бы получилось. И посему мы можем уже на этом, наверное, остановиться, но сил моих нет. Уже хочется всегда все делать больше и лучше, и лучше, и улучшать, и улучшать. И конца этому, естественно, нет. Поэтому будьте аккуратнее в этом плане. Старайтесь, но не перестарайтесь. Потому что кому нужна перестарательная фигура? Пока вот мы с вами сделали корпус. Представьте, нам еще руки делать, ноги, а к ним еще и кисти с пальцами, а голова, я уже молчу про голову, да? То есть у нас предстоит, ну, как минимум, вот, я думаю, 5 видео только потому, как вот нам собрать этот корпус из разных частей. Готовы? Ну что ж, тогда ждите следующего видео. Пока.